Приветствую всех, друзья, на моем канале. Сегодня у меня A7, Samsung Galaxy A7 17 года, SM-A720F, кодовое название телефона. Сепаратор включен. Второй раз меняется дисплей на этом телефоне. Судя по крышке, которую я сейчас снял, довольно легко снялась. Телефон разбирали. Довольно аккуратно разбирали, все винты на месте. Дисплей сидит правильно, без зазоров. Включаем батарею. Телефон заряжен. Перед разборкой я его подзарядил. Минут 20-30. Итак, дисплей пришел сегодня. Заказывал на Али. Ставлю своим хорошим знакомым. Практически ничего не имею с этого. Цена дисплея там около 50 евро, что ли. Так вот, с этого сайта я уже заказывал самсунговский дисплей хорошего качества, Super AMOLED. Вот. Поэтому сейчас мы его сразу проверим, подключаем к разъему системной платы, батарею и нажимаем на кнопку. Оп, как мы нажмем? Отсутствует подключение кнопки к системной плате. По-моему, эти два контакта, если не ошибаюсь. Да. Samsung Galaxy A7. Мне кажется, что это оригинал, потому что очень хорошего качества дисплей. Я сравнивал пару раз до этого, я менял на данную модель дисплейные модуля, тоже у них заказывал. Мне кажется, что это оригинал. С переклеенным стеклом, очень качественно сделано. Кому интересно, могу кинуть ссылку, откуда заказывал. 2 недели идет до Барселоны. Нижние кнопки у нас не на тактиле, не на дисплее. Видите, не знаю, видно ли качество, но качество очень хорошее. Мне кажется, это все-таки оригинал.
подключаем. Включаем батарею. Дисплейный модуль. Ставим телефон на сепаратор. Он скол матрицы дисплея. И все. И хана. Да, менялся дисплей, но очень хорошо менялся. Ставим на сепаратор, разогреваем. Полминуты достаточно. Крышку сажали на 7000. Дисплей походу тоже. Мы сделаем так же. Клиенту телефон нужен через 2 часа, поэтому перед постановкой, перед постановкой на зажимы поставим аппарат на сепаратор секунд на 30. И потом поставим на зажимы, чтобы он быстрее схватился, потому что времени нет, как бы ждать. Дисплей проклеен. Так, снимаем. Вот он, 7000. Так, внизу у нас шлейф, поэтому нужно обратить внимание на низ, чтобы ничего не прилепилось к дисплейному модулю во время отсоединения. Так, переносить ничего не надо, все заклеено у нас. Сепаратор не выключаем. Поверхность обработаем изопропилом, обезжирим. Берем пыль. Старый дисплей проклеивался клеем. Периметру. В общем, сделаем то же самое. В данном случае клей, мне кажется, удобнее будет нанести на дисплей.
решетка у нас стоит. Верхнего динамика. Вставляем шлейф. Смотрите поверхность еще раз, чтобы не пришлось приподнимать его, потому что дисплей проклеен, и он схватится сразу. Давайте снимем пластик, так будет лучше проконтролировать зазоры. Прижимаем по периметру, чтобы клей модуля схватился с рамкой. Ничего нигде не вылазит. Застегиваем. Батарея. Камеру старайтесь не трогать пальцами. Если все-таки дотронулись, то перед закрытием крышки ее нужно будет притереть. Включаем аппарат. Все винты вкручены. Камеру вроде не залапал. Сейчас посмотрю под микроскопом. Все отлично. Ни пыли, ни отпечатков. Последний винтик. Отличного качества, еще раз, да, повторюсь. Все работает. Итак, друзья, дисплей еще не схватился, как бы в процессе, поэтому клей немного засох. Сейчас мы его размягчим на сепаратор, еще раз ставим его на сепаратор дисплеем вниз. Наносим клей на крышку. Старый скотч потерял свои свойства. Сто градусов на сепараторе у меня. Дисплей нагрелся.
ставлю на 6 зажимов. Все, полчаса, телефон сейчас горячий, остывает, и, в принципе, через полчаса уже можно вернуть клиенту. Можете посмотреть зазоры, все аккуратно село, везде все одинаково, клей нигде не вылез. Клиент должен остаться доволен. Около полтинника стоит дисплейный модуль, как я уже сказал. Я ничего там практически с него не имею. С обычных клиентов можно взять евро 40, я так думаю, за установку. Все, друзья, спасибо за внимание. Жду комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Пальцы вверх, пальцы вниз. Всем удачи, до новых встреч.